значит, расшатали пальцы, да, и выдергиваю за крайнюю дистальную фалангу, как повешенного. Большой палец, у него две фаланги, да, загибаем вот эту крайнюю фалангу, держим за предыдущую фалангу, и вдоль нее надо вот под 90 градусов выдернуть палец. Угу. Теперь от вот этого плоскостопия поперечного, когда пальцы прогибаются, три пальца провисают вниз к подошве, да, тут должна быть ямочка. Как это проверяется? Вот если мы стыкуем, да, вот так вот, вот остается расстояние. Мизинец должен коснуться большого пальца. Тогда берем вот эти вот составляющие между ними, расшатываем. Размяли, как следует, да. Из руки, вот во второй палец, вот в эту косточку, сделали молоточек такой, вот держим, а вторую руку вот сюда нажимаем. Раз, бывает это два, болезненно, но ничего, три. Не умещается рука, можно с другой стороны руку взять и раз, вот прямо вот так вот на свой палец. Продавили, вот видите, получилась ямочка, и большие пальцы с мизинцем теперь вот стыкуются. Заметно, да?